Я встал, и вы по бокам. И вот это тоже надо, наверное, заснять. Это пироги осетинские. А это надо поставить на штатив, Саша. Ну что, наливаем? Это пиво. Да, а можно я чай? Ты можешь пробовать чай? Это можно, но пиво надо попробовать. Это не пиво. Это багяна, это осетинское пиво. Попробовать вы должны обязательно. Блин, бери. Так, отлично. Сейчас скажем. Да, да, все. О. Вот так. Ага. Это не пиво, это божественный напиток. Ребята, давайте за большого Бога. Вот три пирога. Гости приехали в Осетию. Это традиционно, чтобы Всевышний вам помогал всегда. Чтобы чаще путешествовали в красивых местах. И всегда Святой Георгий вам помогал в этой дороге. Спасибо. Вас встречи. Ну давайте. Угу. Вау. Обалденный вкус. Ну, о, какой вкусный. Это багана, это остийская вообще. Ну вот короче. Вот этот подарок мне папе принес. Возьмем обязательно так. Давай разрезай. Сейчас будем снимать. Теперь вот так это ложится. Так. И обязательно режется. Когда режется, по пироги. Ты хоть вокруг крутишь туда-сюда, но пироги должны вот как лежать. Вот так. Ага. Три пирога. Да.